Всем привет, я рад вас приветствовать на третьей и заключающей неделе нашего курса. Она будет более практическая, если конкретно мы будем искать с вами информацию в тексте. Мы поговорим про то, какие бывают текстовые форматы, про то, как правильно составить интернет-запрос для того, чтобы получить информацию из интернета, про то, что такое API и как им пользоваться, и уделим отдельное внимание такому мощному инструменту, как регулярные выражения, потому что они используются не только в языке Python, а также в других языках и во множестве консольных утилит.